Я мне предложение сделал. Надо брать такой парень. Игорь, я... Я серьезно имею предложение. Он тебя любит. Я смотрела на него, него, него. Сквозь него, него, реву не могу. Я так не выдержу. Удалю, топлю, да ну ко дну. Не твое кольцо на моей руке. Все приплыло. Мы с Соколовским обсуждали дело. Мы по логике вещей уже не те. В этой комнате в пустоте. Не твое лицо в отражении. Пора признать обоим поражение. Без движения тупо скован. Выбери стекло, ты холодна. Игорь, все не то у нас, все не Игорь, так. Эти просто не белый флаг. На ответы вопросы меня так не пуст. Все, ты и я. И снова нема твоя нева. И снова пуста моя нева. А наша любовь теперь слова. И больше не делится на два. Это что было еще раньше? Ты очень хорошо слышал. Я попал не туда. Это здесь нормально. Как? Что ты говоришь дальше? Между нами тишина. Я оглох. Где же выход? Выдох. Вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнажены. В порядке? Мы с тобой в сердце хорошо. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы? 2 минуты до расставания. Ты не сдержала нам ни в обещания. Беспощадно, бессовестно, больно. Я ему ну, смотри мне в глаза и скажи, что тебе на меня не было. Отпусти, разведи и в Москве мосты. В этом городе гость непрошенный, наши прошлые. Я и ты. Что мы не можем быть просто друзьями. И снова нема твоя нева. И словно пуста моя Москва. А наша любовь теперь слова. И больше не делится на два. Что ребенка от Дани? Москва. Поздравляю, товарищ капитан. Игорь, не надо так. Так точно, товарищ капитан. Простите. Есть.